прекрасен, сказочен зимний лес. Но вот природа сбросила с себя белоснежный покров, и исчезла сказка. Оглядимся вокруг. Кто же оставил эти сюрпризы? А вот и мураши. Может, они подскажут, кто губит лес? Простите, мы еще не познакомили вас. Это школьники, члены кружка охраны природы «Муравейник». А это Александр Дорофеев. В недавнем прошлом геолог, а сейчас учитель 69-й Казанской школы, председатель Казанского клуба общества «Зеленый мир». Вот и выходит, что мураши охраняют лес от браконьеров без оружия, уничтожающих природу. И заодно отыскивают визитные карточки предприятий, чтобы возвратить хлам их хозяевам. Свою акцию ребята назвали «Операция Бумеранг». Девушка, скажите вот такой вопрос. С вами разговаривает руководитель экологического клуба «Зеленый мир» Дорофеев. Мы со школьниками занимаемся охраной природы. И в лесу около мясокомбината мы нашли кучу мусора вот с вашей документацией. То есть и главный инженер. Огородников есть у вас такой? Бывший главный, мы так и подумали. Вот как эту кучу мусора убрать? Школьникам не под силу, у них нет транспорта. На этот раз бумеранг сработал. А дальше? Вряд ли эти ребята, повзрослев, будут бездумно относиться к природе. Уже сегодня они защищают ее своими делами. Такая сказка оживает каждый год в пригородном лесу. Сабантуй. Это прежде всего праздник труда. Соревнование в силе, ловкости, находчивости и гостеприимстве. Но отзвучали фанфары, закончились песни, разъехались гости. Погасли краски сабантуя. И снова лес в печали. Давайте же спросим каждый у своей совести. Неужели операции «Бумеранг» продолжатся бесконечно? Beep.